Камчатские самбисты учатся у лучших. Двукратный чемпион мира по рукопашному бою, мастер спорта по самбо и ММА приехал на Камчатку. Тахир Токарев проводит на полуострове профессиональные сборы для спортсменов. Лена, показал, оп. И дальше уже развитие на боевой прием. Учебно-тренировочные сборы по боевому самбо проводятся в течение 2 недель. Нагрузка у спортсменов серьезная. Обязательно зарядка и дальше 2 тренировки – утренняя и вечерняя. Они проходят как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. Раз, два, три, четыре. Участие в сборах принимают спортсмены от 8 до 18 лет. Я индивидуально подбираю под каждого. У нас вот мы видим, ребята работают в парах, в тройках. Соответственно, тройки примерно распределены по уровню, по весу, по возрасту. Вот. И приходится за 2-часовую тренировку ребят индивидуально каждому подходить, с каждым работать. Этот подход, он, конечно, дает на самом деле большие результаты. Как отметил руководитель спортивно-патриотического клуба имени Ивана Поддубного, тренер-преподаватель детской и юношеской спортивной школы номер 3 Евгений Островский, принять участие в сборах – это уникальный шанс для камчатских спортсменов, так как отдаленность региона не позволяет регулярно отправлять самбистов в другие города. Тахир Токарев, он является действующим спортсменом, и никто не сможет передать те качества, умения, знания, навыки, как тот человек, реализованный опыт, который уже имеет. То есть у него есть какие-то свои фишки, какие-то свои коронные приемы, серии, связки, удары, плюс психологический настрой. Несмотря на ранние подъемы и большое количество тренировок, камчатские самбисты усердно работают и готовятся к будущим боям, а также впитывают как губки новые знания и полезные советы двукратного чемпиона. Мне очень нравятся такие тренировки, я выкладываюсь на них по полной. Я хочу, чтобы проводились такие сборы часто. Это приносит большую пользу. Я принимаю участие в сборах для того, чтобы повысить как бы свой опыт, свои качества мужчины, характер, как бы, для того, чтобы получше выступать на соревнованиях. Я беру пример с таких тренеров, как Тахир Токарев, и стремлюсь стать такими же, как они. В рамках сборов подготовлена и развлекательная программа «Походы и путешествия». Так камчатские самбисты вместе с Тахиром Токаревым покорили Авачинский вулкан. Восхождение на Авачинский вулкан 2741 метр над уровнем моря. Сегодня поднимаемся командой. Чтобы подняться на верхушку Исполина, команде потребовалось 5 часов. Авачинский 2023. Ура! 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 Отметим, что такие сборы проходят ежегодно. Каждый раз для спортсменов готовят новую и интересную программу тренировок.